введение привычку приезжать на работу пораньше, часов в 7. В это время в офисе только уборщица, и можно пораньше поработать в тишине. Сраный опыт с поездкой. Что поделать? Первый поезд отправляется с моей конечной станции метро 5:50. В это время я уже лежу на платформе, подпирая спиной колонну. Я сова, но все же она того стоит, и вечер остается свободным. Ввалившись вчера в вагон, я сел на ближайшие к двери сиденья. Жирный сосед с одной стороны гораздо лучше, чем с обеих. Краем сознания отметил, что напротив уже сидит и спит какой-то мужик. Это бывает какой-нибудь сотрудник метро, едет с ночной смены или типа того. Первые несколько станций я залипал, просыпаясь, когда телефон начинал вываливаться из рук. Потом открыл книгу и решил почитать. Мужик напротив все еще спал, ничего необычного в нем не заметил. Тощий хрен средних лет, небритый, джинсы, футболка с рубашкой, кроссовки на ногах. Вагон был заполнен максимум на четверть. Первый раз мужик привлек мое внимание. Через станцию он дернулся всем телом, так что ноги проехались по полу. Вроде что-то невнятно пробормотал, но глаз так и не открыл. Ну, вы знаете, во сне иногда так дергаешься непроизвольно. Читал я где-то, что так мозг проверяет, что тело еще живое, так как сон для него похож на ком. Я хмыкнул про себя и забил. Но скоро он дернулся еще раз, а потом еще и уже сильнее. Повалился на соседние пустые места, а его руки и ноги начали непрерывно конвульсивно сокращаться, все это с закрытыми глазами. Эпилептик, подумал я, или еще какой-то приступ. По идее, надо вызвать машиниста. И тут мужик, видимо, обосрался. В душном вагоне это было просто ужасно. Таращившиеся на него резкие пассажиры стали вставать и уходить в другой конец вагона. Я тоже встал, все еще надеясь, что кто-то другой нажмет кнопку. Мужик тем временем перекатился и свалился на грязный пол вагона. И помогать ему никто не собирался. Поезд как раз подошел к очередной станции. И как только двери открылись, вялое тело мужика напряглось, вытянулось на полу. Как бы это описать? Он принял позу будто для отжиманий, только расставив при этом ноги. Голова с закрытыми глазами поднялась и посмотрела как бы перед собой, а потом, перебирая согнутыми в локтях руками и прямыми ногами, как долбанный краб, этот мужик шустро пополз к последним дверям и оказался на платформе. Я выскочил в свою дверь, так как охренел от происходящего и хотел узнать, что будет дальше. Мы ехали в последнем вагоне. Прямой, как палка, мужик помотал башкой и на руках, и носках кроссовок быстро, как будто для него это был самый привычный способ передвижения дополз до конца поезда. Переломился над краем платформы и исчез. Я осторожно подошел и проверил, не остался ли он на рельсах, но там ничего не было, в туннель он тоже не уползал, а значит, забрался куда-то под платформу. Ничего не заметивший машинист закрыл двери, и поезд отправился. Остаток пути до офиса я проделал на такси, а по эскалатору наверх поднимался бегом. Мне все казалось, что если я обернусь, то увижу красное, неприятное лицо с закрытыми глазами. И как он гонится за мной по этим ступеням. Понятия не имею, что это было. Может, просто какой-то городской шизик. Но, наверное, теперь я буду садиться в метро только в час пик. По крайней мере, какое-то время. Присматривайтесь к спящим пассажирам в метро. Так, на всякий случай.